ще все ті зілля з Даркнета. Останнє пінальне зілля, оно смішане, я стану монстром, Настя. Що творим, про мене зовут Царкіо, не си просрав, вже просто срав, вже підписися на мой канал, з вами моє Supreme Банді. Самый лучший боді на ютубі від бро, підотримі Supreme Банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Как вижу, вроде мне уже не очень нравится быть там под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme Банді. Самый сильный боді на ютубі банді. И также сегодня со мной видео снимает Настя. Банда, сегодня у нас просто жесткое видео, потому что мы сегодня смешиваем все эти зелья с Даркнетом. Ранее, банда, мы уже смешивали зелья с Даркнетом. Это были далеко не эти зелья, это были обычные зелья, такие как зелья Кея, зелья любви, зелья телепортации. Все то, что было раньше. Сегодня же, банда, у нас специальные зелья. Зелья каких-то мифических существ. Именно сегодня мы смешаем все эти зелья, посмотрим, что будет. Хотя времени, банда, вы знаете, что все зелья работают только в 3 часа ночи. Именно поэтому нам нужно ждать 3:00, только тогда мы сможем выпить все эти зелья. Банда, давайте на это видео наберем 10 тысяч лайков и Supreme Банда, я смешу все зелья, которые только есть в Даркнете. Только вдумайтесь, что это будет такая жесть. Так что, бандиты, давайте 10 тысяч лайков, я смешу все зелья с Даркнета. А про лайки это хорошо, но мы всем 3:00, погнали! Окей, банда, вам не послышалось, мы реально сегодня смешаем все эти зелья. И банда, на часах уже 3:00, просто гляньте, 3 часа и 1 минута. Самое время для того, чтобы мешать все эти зелья пить их. Потому что, как вы знаете, все зелья работают только в 3 часа ночи. Здесь 15 зелий из Даркнета. Ну и оно мое, это такая жесть, банда, мне просто в это не верится. Окей, тем не менее, давайте уже начнем смешивать эти зелья. Немного давайте добавим сюда зелья бессмертия. Это для того, чтобы я не умер, если выпью все эти зелья. Окей, давайте теперь продолжим с зельем ангела. То самое, как вроде бы безобидное зелье, но потом была такая жесть, банда. Окей, добавим его не очень много. Окей, посмотрите, зелье ангела уже есть здесь. И следующая банда зелья кота. Думаю, вы помните, когда мы его вылили в игрушку, она все превратилась в кота. Что ж, давайте его тоже немного нальем. Просто посмотрите, какой теперь у нас свет зелья. Черт, это такой необычный свет. Тем не менее, банда зелья русалки. Просто посмотрите, какая она зеленая. Это жесть, банда. Окей, давайте его тоже сюда нальем. О, черт, просто гляньте, зелье русалки. Это жесть. Окей, банда, и следующее зелье. Зелье, которое мы еще никогда не пили, это зелье лешего. Я без понятия, какая у него суперсила, но Кайс может управлять лесом, деревьями. Только вдумайтесь, это если вы пьете зелье в отдельном видео, то я смогу управлять деревьями, всей природой вокруг. Это жесть, банда. Окей, что ж, давайте его тоже вылим немного. О, господи, оно лилось как-то очень странно, ведь я немного даже разлил. И следующее зелье, зелье вампира. Это реально жесткое зелье. О, господи, вы это видели, банда? Это реально жестко выглядело. Окей, что ж, дальше не будем тянуть. Давайте все зелья просто вылим сразу же. Зелье ведьмы, зелье кентавры, зелье оборотня. Просто все сразу же, Supreme Банда, гляньте. О, да. Окей, банда, просто посмотрите, какое у нас зелье получилось. Это просто жесть. Оно такое темное, зеленое, голубое. В общем-то, какой-то непонятный свет. И сегодня же, банда, я должен выпить это зелье. Посмотреть, что со мной будет. Я не знаю, что со мной может произойти. А может произойти все, что угодно. Тем более, что у нас здесь даже 3 зелья, которые мы еще никогда не пили. Я не знаю, какие их свойства. Давайте это понюхаем. О, господи, оно воняет такой кислостью, как будто испорченной. Настя, понюхай. Нет, спасибо. Это жесть, банда, господи. О, черт, вонючее зелье, я бы тоже не хотел его пить. Но только ради вас, Supreme Банда, надеюсь, вы уже поставили лайк. Что ж, надеюсь, вы готовы. О, господи, окей. Раз, два, три. Выпал, банда, просто посмотрите, здесь уже даже есть какая-то пенка. Я реально выпал это зелье. Что ж, ждем, что будет дальше. Окей, банда, уже прошло где-то 10 минут после того, как я выпал это зелье. И я уже прям чувствую, как мне становится хуже. Черт, мне кажется, ли у меня жар, Настя? Попробуй. О, да, Сереж, у тебя жар. О, черт, банда, я об этом говорил. Мне реально с каждой секунды становится все хуже и хуже. Черт, что сейчас будет, что я чувствую, банда? Окей, Коша, ты это видишь, Настя? Как о, это? Черт, это реальный огонь. О, господи, господи. Похоже, это зелье мага, Настя. Господи, вы это видите, Supreme Банда? Как ты это делаешь? Это жесть. Это зелье мага, Настя, это зелье, которое мы новое выпили. Черт, банда, это просто жесть. Это реально уже начало действовать. О, господи. Окей, что ж будет дальше? Мне это уже... Сереж, что там? Не знаю, Настя. Что случилось? Мне кажется, начинает действовать какое-то зеленое. Черт, солнце. Господи, как это все ярко. О, господи, куда он делся? Сережа, ты что, невидимый? Почему он не отвечает? Вы это видели? Он разлетелся, как летучая мышь. Походу, это зелье вампира. Нужно пойти его найти. Я думаю, он где-то в доме. Господи, ну где же он? Supreme Банда, я надеюсь, он где-то в доме и никуда не убежал. Сереж, Сереж, ты здесь? О, Сережа!
Сережа, что с тобой? О, зелеробота! Костя? Да? Спаси меня. В смысле, Сереж? Я превращаюсь в робота. О нет, Сережа! Пожалуйста. Что? Я хочу захватить весь мир. Нет, Сережа! Я начну с тебя. Нет! Сереж, перестань! Ты меня пугаешь! Я буду главным в этом мире. Нет! Все люди будут подкоряться мне. Перестань! Нет, Сереж, ну борись, я тебя прошу! О, Господи, что с тобой, Сережа? Эй! Вы это видите? Он просто упал! О, Господи, где он? Вы это видели? Он снова куда-то исчез. Я не знаю, где он. Он был роботом и хотел захватить весь мир, как настоящий киборг. И где он? Он снова пропал, как настоящий вампир. Нужно пойти и найти его снова. Эй, Сереж! О, Господи, я что-то слышу. О, Господи, ангел! Дитя, дитя, ты помнишь меня? Да, я помню. А, ты предатель! Зачем ты это наделала? Из-за тебя меня изгнали из рая! Я не хотела, прости! Ну и дел ты натворила, дитя! Я не могу ничего поделать! Меня изгнали из рая из-за тебя! Ты во всем виновата, если бы не твое проклятое вино! Я хотела как лучше! Что? Я не хотела? Ты специально подлила то вино! Ты проклятое дитя! Извини! Что? Извини! Это все, что ты можешь сказать! Из-за тебя меня изгнали из рая! Прости меня, пожалуйста, прости! Я не хотела, чтобы так получилось! Нет, дитя, ты натворила беды! Мне конец, меня просто изгнали из рая! Я больше ничего не могу! Это все из-за тебя! Это ты! Вы видели его? Он превратился в ангела! Мне было очень страшно! Он все еще помнит, что было в прошлый раз! В прошлый раз я подлила ему зелье, которое убирает все эффекты! Он разозлился и стал черным ангелом! Теперь в нем как будто два ангела! Один хороший, а второй плохой! Но я все еще не видела настоящего Сережу! О, Господи, Суприбанда, вы слышали это? Кто это там? О, Господи, Суприбанда, я не знаю, что это там может быть, но я надеюсь, это Сережа! Нужно пойти и посмотреть! Сереж, это ты? Сереж, не пугай меня, пожалуйста, Сережа! Господи, о, это же хвост! Сереж, это ты? Привет, Сереж, я рада тебя видеть! Ты превратился в русала! Я и был им. Мне нужна твоя помощь. Какая? Воды. Воды? Да, срочно принеси попить. Да, сейчас. Срочно. Хорошо, сейчас я принесу. Я тебя. Господи, Суприбанда, я несу Сереже воды. Что это? Сереж? Сереж, все нормально? Воды, срочно! Я теряюсь, Настя, помоги! Но, Сереж, что с тобой? Спаси, Сереж! С тобой что-то происходит! Ты пугаешь меня? Сережа, что с тобой? Сереж, очнись! Сережа! Господи, куда он делся? О, Господи, вы это видели? Он снова пропал, я не знаю, где он! О, Господи, Суприбанда, вы это видели? Он превращается в разных монстров! Что будет дальше? Я даже боюсь представить! Я надеюсь, когда будет 4 утра, все станет как раньше! Суприбанда, вы это слышали? Кто это там? Сережа, это ты? Если что со мной? Я сама не знаю! Пожалуйста, помоги мне! Мне это не нравится, почему я обрастаю, как дерево! Я даже не могу двигаться, Настя, пожалуйста! Господи! Пожалуйста, помоги мне! Что со мной? Это настоящие листья! Не трогай! Не трогай! Ай! Да. Больно! Господи! Настя, что ты делаешь? Что у тебя с головой? Ты портишь лес! Сереж! Что ты делаешь? Что? Ты не должна портить лес! Ты во всем виновата! Из-за тебя портится лес! Из-за таких, как ты, портится лес! Я леший этого леса! Я буду здесь всегда! Было. О, Господи, Суприбанда, вы это видели? Он превратился в лешего. Я сорвала всего лишь один листочек. Кстати, где он? Посмотрите, он совял. Что с ним? О, Господи, слышали это? О, Господи, там что-то было. Что это? Кот? Сережа? Почему ты мяукаешь, Сереж? Сережа? Что? Что такое, Сереж? Сереж?
Не пугай меня! О, господи! О, господи, вы видели, он превратился в кота! Еще такого злого! Прям как я когда-то! О, господи, Супримбанда, это просто жесть! Уже больше половины зелья уже были! Осталось только кентавра! Сережа! Сереж, что с тобой? Сереж, ну скажи хоть что-нибудь! Что ты чувствуешь? Монстра. Если смешать все зелья, ты превратишься в монстра. Господи, Настя, я не знаю, что делать. Меня просто плющит, все зелья смешиваются внутри меня. Я чувствую какую-то странную силу. Господи, какие зелья уже были? Все были, только одно осталось. Черт, если смешать все зелья, я превращусь в монстра. Последнее финальное зелье, оно смешанное. Я стану монстром, Настя. Сережа, я хочу тебе помочь. Я тоже хочу, чтобы ты мне помогла, или хотя бы кто-то. Это ужасно, ты просто в это не поверишь, господи. Господи, что делать? Я не знаю. А, куда ты делся? О, господи, вы это видели, он просто пропал. Супримбанда, это просто жесть. Он говорил о каком-то зелье монстра. Если смешать все зелья, получится последнее зелье монстра. Получается, вместо 15 зелья 16. Осталось 2 зелья. Зелье кентавра и зелье монстра. Смотрите, осталось 10 минут. Получается, осталось последнее зелье. Но какое, зелье кентавра или зелье монстра? Я чувствую, что нужно пойти и найти Сережу. Сереж, Сережа. О, господи. Что это такое? Монстр, не смотри на меня, я монстр, пожалуйста! Уйди отсюда, я монстр! Сереж, посмотри на меня, Сереж! Пожалуйста, уйди отсюда, я монстр! Это не смешно! Пожалуйста, все зелья привели ко злу! Сереж, что с тобой? Помоги мне, я монстр, не смотри, уйди отсюда! Пожалуйста, нет! Сереж, ну я же хочу тебе помочь! Пожалуйста, уйди! Я монстр, уйди! Пожалуйста, это не смешно! Господи. Прошу тебя, я уничтожу тебя, если ты сейчас не уйдешь! Нет, пожалуйста, я прошу тебя, уйди! Это не смешно, я монстр! Нет! Сереж! Дитя, дитя, спаси меня, пожалуйста! Я же хочу дитя, помочь! Дитя, спаси меня! Господи! Принеси воды! Пожалуйста, Настя, принеси воды! Мне плохо! А мне нечем дышать! Сережа! Выключи свет! Свет выключи, Антами! Пойди! Выключи весь мир! Настя, воды! Мир! Воды! Мир! Сереж! Сереж, ты как? Сережа! Дитя! Что? Самый ответственный момент! Ты не спасла меня!